Скажи об этом еще. В этом эфире тема сисек раскрыта не будет, извините. Те, кто ожидал большего, переключайтесь. Поехали. И теперь... Нет, давай, все. Уже пошел эфир. Пошел эфир? Да, уже пишу. Мы уже пишем. Сейчас со мной Леночка Феофанова. Вы ее знаете по проекту «Модель по-украински». Она с нами, с Мимоделс. Лена, скажи, были ли попытки, когда тебя пытались перетащить, переманить? И, может, сначала расскажи, как ты попала к нам? Ну, сначала я как раз-таки расскажу, какие были попытки переманить меня в другое агентство. Потому что хочу следовать хронологии. Сразу после проекта агентство K-Models приглашало меня к себе, букеры давали мне визитку и сказали, чтобы я приезжала делать снэпы, когда буду готова это сделать. Я взяла визитку, так как поступила достаточно тактично, но не приехала к ним. Не приехала ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, то есть я совершенно не считала нужным этого делать. Они до сих пор ждут тебя. Возможно, они до сих пор ждут меня и не знают, что я под опекой совершенно. Лелеют надежду. Мне было очень неприятно разбивать им сердце, но тем не менее мне пришлось это сделать, потому что мое сердце уже принадлежало совершенно другому агентству. Скажи, пожалуйста, вот в процессе, когда ты уже была у нас в агентстве, предпринимались ли попытки склонить тебя на темную сторону? Предпринимались ли попытки остановить меня на темную сторону, значит, кто-то переманивал меня снова? Совершенно верно. Конечно, переманивали меня. Конечно же, меня переманивали. Я не помню название этого агентства. Хорошо, мы не будем им думаю... и мы не будем им делать рекламу. Да. Ты просто скажи, при каких обстоятельствах это было и как ты реагировала на это. А мы не будем делать пиар тому агентству, которое переманивало. Не будем переманивало меня на сторону, на темную сторону. Вот. И что же я предприняла? Конечно же, я позвонила своему директору, лучшему директору Максиму Семорозу. Я сразу же сказала ему об этом. И он сказал, что нужно что сделать? Попросить, чтобы они нашли какой-то достойный контракт. И если они его найдут, то пускай сотрудничают со мной. Вот. И в принципе. Да. Лена мне... Да, можно, все можно. Я говорю, мы открыты. У нас нет секретов, ни от кого. Ни от Ютуба, ни от маленьких моделей, которые сейчас, что они там делают в это время. Там все мотают на ус, на правый. Так вот, когда мне позвонила Лена и сказала, что я предлагаю контракт сразу же, это уже звучит подозрительно, когда девочка первый раз попадает в агентство. Ей сразу же в зубы контракт. Это как минимум очень странно. Потому что, ну, как правило, все хотят как бы застолбить за собой модель, подписать контракт и расслабиться, почивать на лаврах, заниматься другими. Поэтому мой совет вам, прежде чем что-то подписывать, очень хорошо разузнайте об этом агентстве. Рассмотрите, спросите у моделей, как они работают. Директор – заинтересованное лицо. Директор – ты имеешь в виду агентство, которое переманивает? Нет, директор – агентство, в котором вы уже находитесь. Ну да, но если ты не находишься нигде, если девочка свободная, да. То есть если уже есть директор агентства, то лучше не попадать в само агентство, потому что это как минимум вопросы какие-то, что сделает. Ну, возникнут вопросы у того агентства, в котором ты состоишь. Конечно, нельзя такого делать. Вот, хорошо, тебе предложили контракт, и что ты им ответила? Когда мне предложили контракт, конечно же, я не согласилась
это я не согласилась его подписать. Я ответила им совершенно прямо, честно, искренне, так, как сейчас отвечаю перед вами. Я ответила им, что сделаю какие-то как бы попытки сотрудничества с ними, только если они найдут мне какой-то достойный контракт, достойную работу, что, в принципе, они не сделали. И я думаю, делать не собирались, потому что мы просто утратили с ними связь. То есть это говорит о чем? О том, что просто... Хотели меня заиметь и себе, и все. Просто и все. И, как правило, ну, подписывают контракт и забывают просто. У меня в агентстве девочки, я со многими просто не подписываю контракты, потому что я хочу показать, что мы можем. Если пусть люди присматриваются, пусть пробуют, пусть работают и только тогда принимают решение, нужно это им или нет. И просто если мы делаем хорошо и качественно свою работу, какой смысл в этом контракте? А агентства, которые хотят быстренько подписать девочку, они не уверены в своих силах. Это то же самое, как ты познакомился с девушкой, быстро тащишь ее в ЗАГС, быстренько вы расписываетесь, и все, пока она не узнала, какой ты дебильный брак. Но, по сути, это так оно и есть, это все оно взаимосвязано. Поэтому я считаю, что нужно давать свободу людям, свободу выбора, пусть они присматриваются, дать возможность рассмотреть себя, рассмотреть агентство, почувствовать вкус работы, насколько тебе комфортно в этом всем находиться, насколько тебе приятно работать с людьми, букерами, с девочками находиться, а лишь затем уже вести речь о подписании контракта и каких-то узаконивании условий своего нахождения в агентстве. Достойная метафора по поводу ЗАГСа и подписания контракта, я считаю, это действительно так. И хочу отметить, что Mimodels очень демократичное агентство, очень демократичное. Здесь может быть ваша реклама. Здесь может быть. Очень демократичное агентство с демократичнейшим директором, и не спешите подписывать левые контракты, всегда думайте, что вы делаете, сначала думайте, а потом делайте. Живите и наслаждайтесь, смотрите Modeling Channel почаще. Мы обещаем выходить почаще и баловать вас новыми историями из моделинга. До встречи в следующем выпуске. Мы любим вас.